У нас будет ровно 7 минут. Петрович! Уезжайте. Следующего раза не будет, я завязываю. Дядь Коль, а где вы так деньги спрятали? В доме сына. Но он там никогда не жил. А тут, походу, кто-то живет? У меня тут записано, вот 45-й дом, Ангелин Андрей, да? Аферист. Да он как раз его жена идет. Что-то долго он эту бабку обрабатывает. Дядя Коля профессионал. Я слышал, он Эрмитаж грабанул, и это в центре Москвы. Че, Эрмитаж в Питере? А вообще, хоть один нормальный человек здесь живет? Есть, это я. Получилось сумку с деньгами забрать. Да там шкаф все перегораживает. И главное, меня ж там теперь все знают. Так что теперь? Да есть одна идея. Кто там? Здравствуйте, я няня из агентства.